что такое сострадание? Есть три варианта проявления навыка сострадания. Это встреча, участие и завершение. Какие стадии горя выделяют специалисты? Вот он сейчас точно на стадии депрессии. А вот тут он, например, на стадии гнева. Почему прожитое горе превращается в жизненный ресурс? То, что произошло, можно превратить в опыт. И в некоторых случаях даже можно сделать этот опыт своим помощником. Дети и СВО. Как рассказать, куда уехал папа? Мы как будто бы заранее готовим ребенка к тому, что может быть. Потому что неопределенность полнейшая, мы же не знаем, как на самом деле будет. Дети, они все равно чувствуют то, что происходит, даже если им об этом не говорят. И тайны здесь никогда не играют на руку. То есть мы ребенка готовим к тому, что можно сказать. Как помочь детям пережить утрату близкого? Это все очень зависит от возраста, во-первых. Во-вторых, от степени близости с утраченным объектом. Ну, то есть, если мы говорим про смерть или там, про развод, от степени близости с этим человеком, которого теперь нет. Потому что ребенок, если он, например, еще не подросток, даже и в начале подросткового возраста, он живет все равно внутри своей семьи и по законам своей семьи. У него нет своей картины мира, ему строят эту картину мира родители. Вот как вы сами понимаете, вот как вы себе сами отвечаете на вопрос, что происходит, например, с душой после смерти или что случилось. В гостях программы «Разговор по душам» психолог Альбина Зарипова. Новый выпуск во вторник, 28 мая, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».